В Уфе завершился межрегиональный студенческий фестиваль короткометражного кино «Кинофест-2018» и его младший брат – детско-юношеский кинофестик. Показ фильмов, вышедших в финал, состоялся в кинотеатре «Родина». Там же были названы и победители в различных номинациях. Подробности у Маргариты Гафаровой. Станет легче, если высказаться. Эта работа Алии Сайфутдиновой под названием «По ту сторону» сразу стала фаворитом жюри в детско-юношеском кинофестике и заняла первое место. Эта работа невероятно глубокая для подростков. То есть удивительно то, что дети сняли настолько глубокое кино. Больше мне сказать нечего. Впечатлило по-настоящему, ведь работ конкурентов было более 90 со всей России. Еще больше заявок прислали на основную конкурсную программу – фестиваль студенческого кино «Кинофест». Впрочем, на этом кинофоруме, говорят организаторы, не столь важен сам факт победы, даже несмотря на хороший призовой фонд. Важен сам процесс, когда вы, как участник, что-то создаете, делаете, ну и как минимум творчески развиваетесь. У нас есть некие скрытые партнеры, которых мы не можем называть. Они инкогнито отсматривали работы. Это известные студии в России. Продюсерские студии в России. Они, получается, тем командам ребят, которым они понравились, предложат вариант сотрудничества, допустим, для дальнейших съемок или же съемок по их сценариям. Смотрели конкурсные фильмы не только партнеры и жюри. Открытые показы лучших 65 короткометражек проходили в «Родине» в течение 5 дней. Кроме того, участники конкурса посетили мастер-классы по режиссуре, монтажу, по работе со звуком, над сценарием и другим аспектам кинопроизводства. Но с трудностями все равно пришлось столкнуться. Мне кажется, сложнее всего выбрать подходящую идею, которая была бы интересна, цепкой, которую классно было бы экранизировать. Мало времени на съемки, наверное, мало времени на подготовку. И всегда же хочется доработать свою работу. Причем не все работали командами. Иные авторы делали все своими руками. Я хочу снимать, я все равно пишу сама то, что я хочу снимать, потому что я не могу чье-то снимать. И снимаю, естественно, сама, потому что я так вижу. Кинофесту всего 4 года, но даже когда его творческая жизнь перевалит за десятилетие, дух не изменится. Потому что создан конкурс для молодежи, как площадка, на которой студенты и школьники могут общаться на киноязыке. Маргарита Гафарова, Салават Валеев, Россия, Культура, Башкортостан.